Давайте вернемся к числам сдвижников. Потому что я обещал объяснить, что числа, которые там возникают, это числа Стирлинга. И, собственно говоря, самое время для обещания. Число Стирлинга из n по k. Количество перестановок на n элементов, состоящих ровно из k циклов. Вы можете сказать, что совсем недавно я давал совсем другое определение. Я говорил, что число Стирлинга – это количество способов n человек усадить за k столов. Так вот, давайте я объясню, что такое перестановка, что такое разложение перестановки на цикл. Вы сразу поймете, что столы – это как раз то, что вам нужно. Итак, представим себе 9 чисел. Можно было и больше, просто я для того, чтобы... Так, вот кто у нас здесь сидит? Сбоку. Написать те же самые числа в абсолютно произвольном порядке. Под единицей написать, что под единицей. Написать, что хотите. Любое число от 1 до 9. Отлично. Под двойкой любое число, которое вы еще не написали. Конечно. Спасибо огромное. Все. Вы справились с задачей. Действительно, написали. А сейчас я расскажу, как эта перестановка разлагается на циклы. Значит, смотрите. Я беру число 1. И говорю, что единица должна переходить в пятерку. А пятерка должна переходить в единицу. Потом я беру число 2 и должно переходить в 8. 8 в 7, а 7 в 2. Дальше я беру число 3. Оно должно переходить в 4, а 4 в 3. Пятерка уже была. Шестерка должна переходить в 9, а 9 в 6. А у всех? Все. Смотрите, осталось сюда что-нибудь вкусненькое поставить. Это и будут те самые наши круглые столы. 9 человек расселись за 4 круглых стола. Кстати, запросто возможна ситуация, когда под каким-то числом написано оно само. Тогда получится вот что. Скажем, под семеркой была бы написана семерка. Тогда у меня семерка переходила бы сама в себя, а стол был бы здесь. То есть за столом, в принципе, может сидеть один человек. Все понятно? Но ноль человек сидеть за столом не могут. И наоборот. Если у меня известна какая-то рассадка людей за столом, математики называют это разложение перестановки на циклы. Если у нас есть какое-то разложение перестановки на циклы, то совершенно ясно, что мы можем восстановить перестановку. Показывать или это и так понятно? Показывать, конечно. Ну хорошо, ради бога. Только давайте не для 9 чисел, а, например, для 6. 1, 2, чтобы время поменьше. Вот. От 1 до 6. Я вам сейчас показываю 2 стола. Пусть за одним сидит, например, 1, 3, 4 и 6. А за другим столом сидят 2 и 5. Ну что, неужели вы не способны мне продиктовать под единицей, что будет? Тройка.
двойкой? Пятерка. А под тройкой? Шестерка. А под пятеркой? Двойка. А под шестеркой? Единица. Задать перестановку, то есть в некотором порядке выписать все числа от 1 до n, или рассадить n человек за некоторое количество круглых столов, это на самом деле одно и то же. Сейчас я быстренько нарисую таблицу, и мы с вами посчитаем числа Стивена. Потом мы увидим замечательную закономерность, которая управляет этими числами. И, собственно, увидим, что когда мы играли с единицами у конвейера, ситуация была именно такая. Таблица устроена очень просто. Здесь будем по вертикали писать числа n. Числа n бывают такие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно было бы дальше написать, если бы было больше терпения. Можно было бы дальше написать, опять, если бы было терпение. Моя цель сейчас найти эти самые числа Стивенса. Из N по K. Кстати, если кому-то из вас после этой лекции захочется узнать о них побольше, и вообще захочется узнать о комбинаторике побольше, есть совершенно замечательная книжка, которая называется «Конкретная математика». Ее автор Талмуд Грегор и Паташ. Грегор – это великий специалист по комбинаторике, совершенно замечательный математик. Кнут – это человек, в которого я просто до безумия влюблен. Это один из величайших программистов, человек, который придумал огромное количество элементарных задач, кривые дракона придумал Кнут, очень красивый такой математический объект. Кнут придумал просто некоторые конкретные задачи, про которые я сейчас не хотел бы говорить. Вот. Но действительно человек ярчайший. Достаточно сказать, как началась его публичная карьера. Когда он был школьником, то у них была такая задача в школе, соревнование. Дана фраза, поскольку он на английском языке учился, то есть на английской фразе. И нужно было из букв этой фразы составить как можно больше слов. Пока все понятно? Нормальные ученики брали, составляли какие-то слова, кто 10, кто 20. Он подошел к этому делу серьезно. Он взял словарь, на неделю бросил ходить в школу и сдал то ли 10 тысяч. Какое-то такое совершенно астрономическое количество. Просто взял слова и аккуратно проверял. Слово получается, не получается, получается, не получается. Вот, и он ко всему в жизни относился так. Например, он когда начал писать учебник «Искусство программирования», то выяснил, что в типографском наборе очень трудно таблички, всевозможные блок-схемы, в общем, вот эти вот его программистские мысли трудно изложить на бумаге. Что он делает? Обычный автор начинает плакать, говорить: пожалуйста, уважаемый редактор, вы мне еще одну табличку. А кто делает просто? Он прекращает писать свою книгу и начинает создавать издательскую систему, которая состоит из двух частей. Из программы, которая набирает, позволяет текст набору превращать, и из программы, которая рисует шрифты. Соответственно, когда лет через 10 он приезжает в Россию, а тогда еще был коммунизм у нас, еще Советский Союз был, то он спрашивает: скажите, пожалуйста, вот у вас коммунизм, правда, что я должен сделать, чтобы в русском языке шрифт был бы наклонен не вот так вот, а вот так вот. А? Ему говорят: да нет, наклонен все равно должен быть вправо. Хоть и коммунизм, а шрифт все равно должен быть... Вот. Хорошо.
будет он для вас наклонен вправо. Это человек, который, понимаете, вот действительно решал проблемы, которые у него встречались в жизни. Ну, жизнь решала уже сейчас, вполне себе замечательный действующий математик. Так вот, его система, которую, казалось бы, он придумал только для того, чтобы хорошо напечатать его учебник искусства программирования, стала общепризнанным стандартом, по которому печатаются вся научная литература во всем мире. Называется этот язык тех, и все ученые статьи пересылают друг другу только набранные в техе. Потому что это действительно удобно. Потому что он сумел создать систему, которая стала автоматически международным стандартом. Да, так вот, я чрезвычайно рекомендую для чтения эту книжку, хоть толстая, но крайне содержательная и крайне интересная. Если N равно K, то за каждым столом будет сидеть один человек. Отлично. Отлично, господа. Число Стирлинга из N по N безусловно единица. Да. Рамута самое главное не сказал. Он любит музыку. Да? Любит музыку. Только если большинство из нас, которые любят музыку, просто взяли, не знаю, из интернета скачали что-то или там купили там, диск, послушали, а он ее любит по-другому. Он взял и сделал себе орган. Самолично просто. Из железок, я не знаю, деревяшек, все положено. Сделал себе орган. И на этом органе играет. Вот, если кто-то из вас тоже себе сделал орган, то он сейчас... Если количество столов больше, чем количество людей, то, разумеется, рассадка невозможна. Поэтому здесь у нас нули. Это понятно. Дальше, давайте работаем. Если один стол и два человека, то они просто сидят напротив, это можно сделать единственным способом. Если три человека и один стол, то ситуация вот какая. Либо 1, 2, 3 по часовой стрелке, либо же 1, 2, 3 против часовой стрелки. Есть два варианта. Три человека и два стола. Ситуация тоже абсолютно очевидная. Значит, 1, 2 и 3 сбоку, или 1, 3 второй за другим столом, или здесь 2, 3. В общем, очевидно, будет 3. 4 человека, 1 стол. Я могу вам сказать следующее. 4-го человека можно посадить или сюда, куда хочешь, в одно из этих трех мест, или куда хочешь сюда. Это тоже три варианта. Поэтому три таких варианта и три таких варианта. Всего будет 6. Если, представьте себе, вот у вас за столом уже сидят, например, 4 человека, и мы подсаживаем к ним 5, то его можно посадить на любое из этих 4 мест. Каждый из 6 вариантов при добавлении 5-го человека превратиться в 4 разных варианта. Значит, здесь будет 24. А если у вас за столом уже сидят 5, то вы надо добавлять на любое из этих 6 мест. Из этих 5 мест. Поэтому здесь получается 102. И вообще, господа, число Стирлинга из n по единице, это, конечно, n-1 квадрат. Значит, здесь у нас будет 720, а здесь 5100. Теперь давайте думать, когда 4 человека и 2 стола. Ну, наверное, это еще можно быстро выписать. Хотя, давайте пишем.
человека два стола можно по-разному делать. Можно посадить двоих за один стол и двоих за другой стол. А можно посадить троих за один стол и еще одного отдельно. Посчитаем, сколько таких способов. Надо разбить, неправда, не шесть, надо разбить четверых на две пары. Смотрите, если у нас есть четыре человека, то можно сделать так. Или вот так, или вот так, или по диагонали. Всего, очевидно, три варианта. Дело в том, что если вот это первый человек, то здесь может быть любой, второй, третий или четвертый. Всего три способа. Здесь в качестве одного отдельного может сидеть любой из четверых, а когда у нас когда три человека, то два способа, мы знаем. Получается 8. 3 плюс 8 я знаю. 11. Так, 4 человека, 3 стола. Это очень просто. Когда у нас 3 стола, то на самом деле за двумя будет сидеть по одному, каким-то столом будут сидеть двое. То есть на самом деле надо выбрать своих из четверых. Это, как известно, 6 вариантов. И общая формула понятна какая. Число Стирлинга из n по n минус единицы это то же самое, что число сочетаний из n по 2. А именно n умножить на n минус 1 пополам. Доказать это очень легко. Когда n человек сидят за n минус 1 столом, то на самом деле нужно выбрать двоих. Чтобы выбрать двоих, первого выбираем n способами, второго n минус 1 способом. Ну и надо пополам поделить, потому что если мы выбрали a и b или b и a, то это в общем да. У нас здесь получаются треугольные числа. То есть здесь 10, здесь 15, 21, 28 и так далее. Очевидно? Как нет? Треугольные числа. Количество способов выбрать двоих, когда у нас 5 человек. Это как раз 10. И так далее. Господа, на самом деле я мог бы так рассказывать долго, заполнять эту таблицу дальше. Однако, мне сейчас важно уже перейти к общей формуле. А именно, я сейчас объясню вот это число и вот это число, не просто выписывая все ситуации, а так, чтобы получилась точная общая формула, которая позволит нам быстро заполнить всю таблицу чисел Стирлинга. Итак, начинаем работу. Имеются 5 человек, их надо посадить за 2 стола. Господа, давайте я выберу одного из этих пятерых. Вообще, давайте, для тех, кто немножко занимался математикой, я напомню такую формулу. Число сочетаний из n плюс 1 по k плюс 1. Это есть число сочетаний из n по k плюс число сочетаний из n по k плюс 1. Напомню, что вообще такое вот это число сочетаний из n по k. Это количество, иногда еще так обозначается, это количество способов выбрать k предметов из n имеющихся. Так вот, действительно, это известная формула. Это правило образования треугольника Паскаля, который уже сегодня был. Так что, собственно, если вы треугольник Паскаля знаете, то вы это знаете. Если нам дали n плюс 1 предмет, а из них надо выбрать k плюс 1, то мы либо n плюс 1 предмет выбираем, либо не выбираем. Если мы выбираем n плюс 1 предмет, то остается из n предметов выбрать k штук. Если мы его не выбираем,
то из n предметов надо выбрать k плюс 1 предмет. Это и есть доказательство вот этой вот формулы. А сейчас я вам напишу формулу для чисел Стирлинга. Она очень похожа на то, что у нас только что было. Здесь по-прежнему написано n плюс 1 и k плюс 1. Только скобки уже квадратные. Здесь, господа, вот это то же самое, по-прежнему. И здесь будет то же самое. Единственное, еще добавится множитель n. Осталось объяснить, почему. Давайте посмотрим, что такое 11? 11 – это 3жды 3 плюс 2. 6 – это 3жды 1 плюс 3. Знаете, что здесь будет написано? 11 умножить на 4 плюс 6. Сколько? 50. 4 умножить на 6 плюс 11. 35. Я сейчас это должен вам объяснить. Вот оно равенство. 35 это 6 умножить на 4 плюс 11. Значит, в числах Стирлинга 35. Это число Стирлинга из 5 подряд. Что такое у нас 6? Число Стирлинга из 4 подряд. Что такое 11? Число Стирлинга из 4 подряд. Господа, в комбинаторике очень часто бывает, что некоторую формулу легче понять самому, чем услышать ее доказательства. Особенно, чем прочитать доказательства. Я надеюсь, что объяснить я его смогу все-таки так, что вам будет понятно. Но лучше, если бы вы сейчас посмотрели внимательно и сказали бы, да это же очевидно. Потому что это правда очевидно, ребята. Если нам нужно пятерых рассадить за три стола. Вот представьте, пожалуйста, А, Б, В, Г и Д хотят сесть за три стола. Что может сказать Д? Он может сказать простую вещь. Хочу сидеть один за одним столом. Ему выделяется отдельный стол. Он за него садится. И остальные четверо должны сесть за два стола. Это нормально? Это понятно? Это и есть вот это число. Четыре человека за два стола. 11 способов. Дальше. Если он не хочет сидеть в одиночку за одним столом. Кстати, интересный вопрос. Кто читал Гарри Поттер? По-честному, признайте. Не, смотрел, не считай. Отсмотрел, ладно, просто. Читал или смотрел. Ладно, современно. Ага, большинство признались. Замечательно. У меня честная аудитория, процентов 10 не подняли руку, процентов 10 скрыли, что читают Гарри Поттера. Вот, нормально. Значит, вы тогда знаете, что такое привидение. А впрочем, вы без Гарри Поттера это знаете, да? Был, значит, шел, взял и расставил его. Так вот, представьте себе, что у нас есть эти самые 5 человек, которые сидят за тремя столами, и пятый из них. Не надо забыть себя. Человека за тремя столами. Понимаете? Это делает
шестью способами. Четверых за три стола. Шесть способов. Но мы помним, что у нас все-таки один-то растаял. Значит, надо вспомнить, где он сидел. Он мог сидеть или по правую руку от первого, или по правую руку от второго, или от третьего, или от четвертого. Для него всего четыре места. Вот поэтому и надо умножать на 4. Так, давайте я быстро повторю в общем виде доказательства. Если нужно n плюс 1 человека рассадить за k плюс 1 стол, то либо n плюс 1 человек сидит отдельно за одним столом, и таких способов ровно вот столько. Либо же у нас n плюс 1 человек сидит не отдельно. Тогда мы мысленно его убираем и получаем рассадку n человек за k плюс 1 столом. После этого надо вернуть нашего n плюс 1 человека, вернуть его надо в промежуток между какими-то двумя людьми. Но понятно, что когда они у нас все сидят, то мест для n плюс 1 человека ровно n. Так же, как помните, когда мы пятого человека подсаживали на один стол, то мест для него было ровно 4. Замечательно. Вот эту рекуррентную форму мы с вами доказали. Заметьте, пожалуйста, она очень мало отличается от этой. Между прочим, если выписывать формулу для чисел Стирлинга, которые сегодня тоже были упомянуты, когда не за столы, а на подлогах, то она выглядит очень похоже. Она выглядит очень похоже и доказывается абсолютно так же, как я это вам сейчас сказал, только здесь будет множитель не n, а будет множитель k плюс 1. Если вы n плюс 1 человека сажаете в k плюс 1 мешок, то либо n плюс 1 человек сидит в своем отдельном мешке, и таких ситуаций будет сколько. Либо n плюс 1 человек сидит у нас и тогда у нас получается вот такой вот ситуации, но n плюс 1 надо добавить в любой из мешков.